Цель эфира поставить. Но и типа, что именно ставить, я поняла, типа. А сейчас я могу это исправить, типа цель добавить? Или только когда только-только в эфир заходишь, можно это сделать? Ой, спасибо огромное. Спасибо. Это что, тебя услышали? Это твой какой-то друг? Ва, спасибо. Это кто? Пользователь тебя услышал, офигеть. Я хочу на него подписаться. Спасибо огромное. Готовим борщ. Не кидает розы. Спасибо, конечно. Очень. Это очень как-то. Ну вот, кто, блин, на эфире написал про этот борщ, я теперь борщ готовлю. Привет, Сибири, привет. Я тоже вообще-то залился. А ты откуда именно? А чё? Кажется, маленькую тарелку-то взяла. А, норм, сойдет. Быстрее картоху дорезываем, дорезываем, дорезываем. Режем, нарезываем. И все. Так, картошка готова. Осталась у нас свекла и картошка. Я не секла. Время 19:49. Сколько минут-то? Так. Допустим, минут 10. Значит, нет. Ну да. Было тогда 40 минут. 19:40. Запомните, кто не 19:40. Плиз. Пожалуйста. Свеклу потом. Ага, во, спасибо. Вот это вот время надо запомнить, что сколько у меня там мяса кипеть будет. О, мерси. Вот ты идеальный модератор, а. Подсказываешь что-нибудь такое. Вот это вообще прекрасно. Это мне и нужен был, кажись. Блогершу из меня собрался еще и делать, да? Случайно в это не участвовал уже у каких-нибудь. Может, ты блогером блогером сделал? Далеко много в ТикТоке подписчиков. За эфир не забанит, если я без конца в эфире сижу. Телефон хотя бы немножко зарядился. Нет. Ухи мои, ухи. Ну ладно. Также не видно будет нож или нет? Тогда прекрасно. Ну стой, неудобно кашить, ну да. Капусты. Ой, почему-то жара невыносимая, духота. Не могу уже. Очень жарко. Я не поняла, погодите. У вас типа вот эта иконочка какая-то высвечивается. Это сколько? А, 21 уровень? Это что такое? Прикольно раньше было, когда Барла еще играла. Сейчас точно Барла продаю. Хочу. Только я не понимаю, сейчас ставить или когда в эфир заходить буду заново. Надо.
цель заново ставится, когда только в эфир заходишь, перед тем, как зайти, пишешь? Или можно в процессе сейчас, например? А ты можешь сделать? Ну, вместо меня, типа, написали как модератор или нет? Или это мне надо сейчас прям делать? Блин, я год не была, тут всего нового, я вообще не могу. А ты мне сейчас тогда объяснишь поэтапно, куда мне надо зайти, что сделать? Только владелец. Ага, ну то бишь я. Сейчас сделаем капусту, докрашу. Или прямо сейчас. Ладно, куда заходить? Зашла я, значит, обо мне, что-то настройки эфира, куда надо. Описание. Добро пожаловать на мою трансляцию. На-на-на. Что-то не то, да? Настройки. Настройка комментариев, не понимаю, куда, где. А где-то сделать тему нельзя изменить во время трансляции. Обо мне, настройки, больше ничего такого не вижу. Оставить комментарий, камера, отзеркалить, подарки, пакет щедрости, сундук с сокровищами, приостановить трансляцию и выключить микрофон. И куда надо зайти? На белом-белом покрывале. Ты мне скажи, куда зайти. Подарки. Что подарки? В подарки надо зайти? Ну да, в подарки. Или ты у меня что-то спрашиваешь, я просто не пойму. Может, мне надо микрофон пока выключить? Пока я режу. Я что? Да, у меня написано подарки. Мне туда зайти? Или ты у меня спрашиваешь, почему у меня подарки? Ты чё? Ну что? Что такое? Что такое эдакое? Надо что-то эдакое придумать. А чё? Комментарий открепился 19.40, который... Ну, я, типа, не слышно, да, или что? Или не все, не все, что я говорю, слышно, или что? Просто не пойму. На белом-белом. Открывали января. Привет.